родился 29 июля 1926 года. В 1949 году окончил школу-студию имени Немировича Данченко. В 1949-1951 году актер Ленинградского театра комедий. В 1951-1954 году работал в Рижском русском театре. С 1954 года актер МХАТа СССР им. М. Горького. Последние несколько лет жизни работал в Малом театре. В кино с 1958 года. Запомнился зрителям исполнением роли военачальников. Ушел из жизни 9 июня 1988 года. Похоронен на Донском кладбище.